разделите на два направления. Свободные стили и и. И тонкие тибетские стили. Кун и. Да, я это знаю. Все и характеризуются простыми широкими мазками, с помощью которых создается общий контур предмета. А в гун и работа кисти более тонкая, и особое внимание придается деталям. Но, несмотря на использование различных техник, обе школы стремятся достичь одного результата – создать красоту. Совершенно правильно. Друзья, запомните эти два слова. Хе-и и кун-пи. Хе произносится в третьем тоне. И в четвертом тоне. Кун произносится в первом тоне. Пи в третьем тоне. Еще раз повторю. И кун пи. Зоя, я заметила одну очень интересную вещь. Ну, расскажи. Каллиграфия и живопись в Китае тесно связаны.